Здравствуйте всем. Сегодня у нас очень короткий, довольно-таки необычный будет выпуск, не так, как вы привыкли. Значит, немножко здесь будет у меня пищать телефон, уж ничего не поделаешь, потому что сообщения идут буквально каждые, наверное, каждую минуту, а то и меньше даже. Поговорю я, конечно же, на свою тему, потому что аналитиков очень много, и с одной стороны, и с другой стороны, и нейтральные аналитики тоже. Вы это смотрите каждый день и так без меня. Я хотел бы поговорить о информационном поле, о том, с чем я часто сталкиваюсь. Ну, во-первых, я хочу поздравить нашу армию за то, что она просто, наша армия, не дает поступить вот этим швалям, которые покушаются на наши земли. И их хваленная армия, вот сегодня уже шестой день, их хваленная армия, которая только на бумаге оказывается хваленная, пока что ни на что не способна. Я говорю пока что, потому что на войне как на войне. И мы не можем говорить о том, что будет завтра, что будет, я не знаю, через полчаса. Но во всяком случае, пока, если не учитывать наши живые потери наших ребят, то с территориями пока все хорошо. Какие-то они точки занимают, потом наши отбивают. И это уже большой плюс. Сейчас только все молим Бога, я думаю, что и нормальные люди на азербайджанской стороне тоже молят Бога, чтобы поскорее все это закончить, потому что большие потери действительно и с нашей стороны, и с азербайджанской стороны. Я думаю, и азербайджанские родители тоже не хотели бы, чтобы их сыновья погибали. Я видел списки, и в основном это 2000 года рождения, 2001 года рождения. То есть это пацаны, которые, в принципе-то, и жизни не видели. И они идут на эту войну, где решает вопрос Алиев со своим этим кланом для того, чтобы удовлетворить свои аппетиты, удовлетворить свои амбиции. Что касается информационного поля, о котором я хотел поговорить сегодня немного, конечно, эта информационная атака началась уже в первый день войны и началась с абсурдного. Конечно, многие даже и не поняли, что происходит, потому что атака была необычная, не в свойственной обычной их манере. Сначала я видел, как показывают кусок азербайджанских новостей. Вы только представьте, я на всякий случай повторюсь, азербайджанские новости, то есть это новости из азербайджанского телевидения. Это не Facebook, это не ВКонтакте, это не какие-либо там соцсети, где могут сидеть, допустим, клавиатурные герои и что-то там выдумывать, писать. Нет, это официальный источник. Вы наверняка это видели, я, к сожалению, не могу вам показать, чтобы за неимением авторских прав нас не блокировали. Но кто захочет, я думаю, увидит. Или если кто видел, поделитесь с нашими зрителями. Так вот, в новостях ведущая на азербайджанском языке в первый день войны, внимание, говорит о том, что поздравляет доблестные вооруженные силы Азербайджана, внимание, за успешную операцию «Карабах наш» и заплакала. То есть вы представьте, мне это напомнило Северную Корею. Когда в случае чего ведущие новостей свои эмоции не могут сдерживать и показывают это своим зрителям. Вот то же самое случилось вот 6 дней назад, когда ведущая азербайджанских новостей заплакала, сказала «Гёзюмайдын», и она была уверена, что действительно Карабах вернулся в лоно Азербайджана. Дальше больше. Появилось некое такое видео в Степанакерте, где закадровый голос идет с телефоном, показывает, значит, монумент Папик-Татик и говорит о том, что наша армия уже в Степанакерте.
Ну, понятное дело, что видео это старое, наложен был звук, и все это было показано. Конечно, мало кто знает, что можно монтировать, в принципе-то, любое видео. Кто-то поверил, кто-то нет. Но меня радует то, что дух армян и вообще армян в Карабахе просто не сломлен. Единственное, кто, может, был в панике, это армянские бабушки. Это понятно, потому что это снова война, это снова дети, внуки, которые могут и не вернуться домой. Да? А все остальные, вся мужская часть населения, молодые женщины, в принципе, готовы были отразить эту атаку. На информационном поле до сих пор продолжается эта война. Часто очень можно заметить, как азербайджанцы под армянскими именами и даже на армянском языке пишут некую ахинею. Кто-то может на это клюнуть. Не клюйте, сразу вам говорю. Под все эти подозрительные записи делаются людьми не армянской национальности. Все мы прекрасно знаем, и я уже не раз говорил, что все эти годы на одном из кафедр азербайджанского университета преподавался армянский язык. Это была открытая информация. Ну, если уж такой открытой информации и это и не скрывалось, то я представляю, что и азербайджанская, естественно, разведка готовила тоже таких специалистов по армянскому языку. Ну, еще наверняка есть такие, которые помнят армянский язык со времен армянской ССР. Их тоже не будем, значит, не убирать из внимания. Также хочу пожурить армянских некоторых пользователей их и сказать такую вещь. Вы знаете, информационная война – это не то, что вы думаете. Я сейчас обращаюсь исключительно только к тем людям, кто пользуется методами азербайджанцев, кибераскяров, как я их называю. Нельзя пользоваться их методами. Если бы вы делали это грамотно, можно рассказывать правду. Нам нечего скрывать абсолютно. Нас намного меньше, как народ. И у нас каждая жизнь на счету. Нам даже потери-то особо-то и не скроешь, если сильно захочешь скрыть. Потому что нас мало. Каждый, кто потерял своего, скажем, родного человека или друга и не увидел в списках фамилии, ну, это просто невообразимо, это невозможно. Тут никак не скроешь. Азербайджанцам легче скрыть. И там у них этого мяса воюют достаточно много. Мясо я имею в виду те, которые к ним прибыли из Сирии. И все это уже доказано давно. Достаточно много западных изданий об этом писало. И, значит, арабские издания об этом пишут. И вот сейчас вот среди них есть погибшие, которых тоже на арабском языке пишут, говорят имя, откуда. То есть все это открыто. Тут даже если в первые дни войны нужно было кому-то тыкать и доказывать, что у них там наемники, то теперь особо-то и доказывать не нужно. Все тайное становится явным. В принципе, Азербайджан пользуется теми же методами, как и в 90-х годах. Мы все это время им пытались доказать и говорить, что у вас и тогда были наемники, и сейчас они есть наемники. Этих наемников можно в Ютьюбе посмотреть, их достаточно много. Были русские офицеры, которые остались без службы, без работы после развала СССР. Им нужно было как-то кормить свою семью. И есть на эту тему даже фильм, где они записывались в азербайджанскую армию за деньги, русские пилоты и так далее. Там же воевал Шамиль Басаев со своей бандой. Оттуда, кстати говоря, и пошла вся эта кампания далее на Чечню. Есть интервью с ним, это тоже в открытом доступе на канале YouTube. Можете погуглить, посмотреть, например, интервью Шамиля Басаева об Азербайджане. И все это вы сами увидите. Там есть полное интервью. Так вот, сейчас получается, что армяне воюют одни с непонятно какой аравой. И получается какая-то война цивилизаций. Пока что мы одни.
мы не можем себе позволить каких-то там наемников брать, как и в 90-х годах. У них такие наемники есть. Ну, об этом я еще расскажу, буквально через 2 дня я снова включусь и буду на эту тему говорить. А сегодня я хотел бы вот вам зачитать кое-что, потому что мы знаем о том, что некуда деваться ребятам далеко не азербайджанской национальности, это автохтонные народы Азербайджана, которым приходится почему-то воевать и участвовать не в своей войне. У нас никогда не было ни с талышами, ни с лезгинами, ни аварцами, никаких войн за века существования. И утолять амбиции Алиева-Пашаевского клана, очень, кстати говоря, грозного игрока, о нем тоже нужно будет отдельно сказать, потому что он лавирует очень умело, то есть вот эта мгимовская его выправка, она чувствуется. Говорит он грамотно, четко, знает, кому и что сказать, чтобы было более убедительно. Ну, например, когда он дает интервью российским журналистам, он часто очень упоминает соросят, соровцев, то есть то, что хочет услышать Россия у него об Армении, да. Когда он разговаривает с украинцами, он, значит, сочувствует Украине и говорит, что у нас с вами такая же проблема, у вас оттяпали Крым, у нас оттяпали Карабах. То есть здесь уже идет такая антироссийская направленность. Кстати, это антироссийской направленности и в Баку немало. Мы видели с вами в июле, как толпа скандировала: персы, армяне и русские – это наши враги. Сегодня буквально из Ирана, из Тебриза пришло такое же сообщение, где такая же толпа кричала то же самое. Но там иранцы очень быстро подавили эти митинги, буквально за 20 минут. Так вот, по Алиеву. Значит, это по поводу Украины и России. Когда он разговаривает с лидерами мусульманских стран, он вспоминает о том, что он мусульманин, и просит мусульманские страны не торговать и не иметь никаких экономических отношений с Арменией. Ну и, соответственно, когда он разговаривает с братьями тюрками, то есть лидерами тюркских государств, он, соответственно, ведет уже такую риторику пантюркизма. То есть это очень хитрое существо, которому, в принципе-то, этот Карабах не нужен. Ему нужно утолить свою жажду, удержать свой трон, и нужна хотя бы какая-нибудь очередная маленькая победа, если, конечно, получится. Если не получится, то я уверен, это будет его Ватерлоу. О чем я хотел сказать по поводу нацменьшинств? Вот я начал говорить. Вот хотел бы зачитать сегодня. Пришло такое сообщение, обращение одного из парламентариев Нагорно-Карабахской республики, где он обратился к коренным народам Азербайджана. С вашего позволения я немного зачитаю, тут совсем немножко, потом пойдем дальше. «Дабы уберечь вас от того, чтобы быть убитыми по прихоти бакинских властей, мы обращаемся к коренным народам Азербайджана, лезгинам, талышам, аварцам, удинам, цахурцам, ингилойцам, рутульцам, шахдагам, курдам». Ну, курды не совсем коренной народ Азербайджана, вернее, совсем не коренной народ, «находящимся на грани ассимиляции. Избегайте призыва выезда на передовую, участие в военной агрессии против народа Арцаха всеми возможными способами, в том числе покинув территорию Азербайджана. Уехавшим из Азербайджана и не желающим участвовать в агрессии против Арцаха будет оказана соответствующая помощь соответствующими структурами армянской диаспоры в других странах. В случае появления на передовой постарайтесь не участвовать в активных боевых действиях, а по возможности постарайтесь сдаться представителям вооруженных сил Арцаха. Желающие сдаться должны показать, что они не вооружены при пересечении границы, вывесив белый флаг или кусок белой одежды,
на голове, чтобы было заметно. Сразу после капитуляции, заявив, что он принадлежит коренному народу Азербайджана, человек будет считаться не военнопленным, а гостем и будет принят в соответствии с правилами гостеприимства, принятыми коренными народами этого региона на протяжении тысячелетий. По своему желанию эти люди решат остаться в Арцахе или уехать в другую страну. Желающим покинуть Арцах будет оказана соответствующая помощь, включая документы для безопасного переезда в третью страну и поселения в этой стране. Конец цитаты. Ну, честно говоря, мне сложно сказать, я сам служил в армии, и сложно сказать, как это сделать. Тем более, что когда происходят бои, это что же называется, самовольное оставление части, но, наверное, можно. Я не знаю, как это сказать, учитывая, что человек давал присягу. Может быть, наш гость об этом знает, и может быть, наш гость тоже скажет, может ли талышская диаспора, скажем, в других странах мира защитить тех, кто покинет все-таки поле боя или окажется в плену у армян. И если армяне передадут тех же талышей или лезгин, но представителей лезгинской диаспоры сегодня с нами нет, у него спросим и потом, но вот спросим у талышей, смогут ли талыши в третьих странах оказать поддержку своему соотечественнику, если вдруг окажутся у армян такие пленные. И на эту тему и о других темах поговорим сегодня с журналистом, публицистом, писателем Забилом Магирамовым. Здравствуйте, Забил. Здравствуйте, здравствуйте, Владимир. Скажите, пожалуйста, вам известно на сегодняшний день, какова численность погибших среди представителей талышской национальности? Конечно, я отдаю себе отчет, очень некрасиво говорить конкретно о какой-то национальности, потому что товарищи по оружию не имеют национальности. Но тем не менее, коренные народы воюют не на своей войне. И вот хотелось бы узнать, так как я говорю конкретно сейчас с вами, с талышом, какова численность именно представителей талышской национальности, которые стали шахидами? Еще раз здравствуйте. Вадим, я очень хотел бы, перед тем, что ответить на ваш вопрос, сказать, что мы с вами прежде всего журналисты. Это раз. Поэтому мы, когда разговариваем о каком-то конфликте, тем более это речь идет о войне, там умирают люди, там умирают 18-летние ребята, это наши соотечественники, и, кстати, вы тоже бывший бакинец, это, конечно, к делу не имеет никакого отношения. Мы, невзирая на наше национальное принадлежность, на наше вероисповедание, мы должны исходить из моральных побуждений и занимать нейтралитет в отношениях. Не назвать теми или иными словами то или иной страну. В войне, вы знаете, честь воина – это оценить мужество врага, мужество противника. Вы знаете, это есть честь воина. Поэтому мы, как журналисты, должны, не должен быть наш сегодняшний разговор выйти однобоко, что вот вышел один армянин, другой талыш и хаит азербайджанскую сторону. Во-первых, я проклинаю любой войны, любой, кто бы там ни воевал и какой-то страна там ни воевала, это раз. Во-вторых, там умирает сегодня, вот, например, у меня, я могу даже показать, вот смотрите, сколько ребят, вот, не знаю, там показывает, только вот да, меня отправили, я даже могу, даже я не знаю, перечесть всех их, у меня сердце болит. 18-летний парень из Лирика, 18-летний парень из Линкарана, село Велади, 18-летний парень из Лирика, село Лода. Это же ужас. Это куда годится? Куда катится мир? Зачем мы с вами, журналисты, должны поддерживать ту или иную страну? Мы против этой войны. Должны оба страны сидеть
за столом переговоров. Как сегодня уже, вы же видите, и Макрон, и Путин, и Трамп обратились к воюющим странам, к оба конфликтующим странам, чтобы они сели за стол переговоров. Как вы думаете, и Турция, и Азербайджан, и Армения, они в конце концов не могут ни в таких они рангах, что они не послушали таких грандов стран мира, так скажем, да. То, что касается, почему умирают наши там, но этому же есть объяснение, я же говорил. Наши товарищи являются гражданами Азербайджана. И они, их призывают служить полтора года. Вот эти ребята, когда их призывают, и, естественно, они, если призвал, он солдат, если в случае войны он должен же умереть, правильно? Вот, и, собственно говоря, вот так. Другое дело, что наши талыши за какие интересы умирают? Да, потому что у нас талыши нету своей государственности. Вот и умирают, и будут умирать дальше. Это раз. Потом, то, что как мы можем посодействовать? Никак. Даже, например, возьмем армянское парламентарие, карабахское парламентарие, вот заявил и озвучал такое заявление, вы цитировали. Но, а куда это годится? 18-летние талышские парни сейчас в Азербайджане по-русски ни слова не знают. Это просто чистый ширма, вот человек вот озвучил. Надо совсем по-другому сейчас поступать. Мое дело было озвучить. Да, с вами полностью согласен. Нет, я же... Скажу, и я сразу сказал, что, честно говоря, я сам даже не знаю, как это можно реализовать. Спасибо, я это хочу. А то, что талышская диаспора, те талыши, которые находятся в России, часть талышских национальных движений, мы всегда за мир и согласие. Мы даже, вы же сами знаете, когда была Азербайджан, армянская столкновение в Москве и в Российской Федерации, в частности, везде, мы единым фронтом выступили против таких деяний со стороны талышей, чтобы они даже не... Даже мы позвали, призвали всех к миру и согласию. Мы сказали, нельзя, мы как граждане России, та проблема, которая находится в Карабахском фронте, его нельзя перевести на территорию Российской Федерации. Это просто не к уважению к россиянам и не к уважению к Российской Федерации. Это тоже один вопрос. То, что мы как будем действовать, если какой-то талыш сдастся, или я не знаю, сдастся ли. Это невозможно в нынешних ситуациях, потому что с одной стороны устроена линия Оганяна. Это очень строгая такая мощная линия, которую азербайджанская армия в течение этих 5 дней войны ничего не мог достичь. Это считается золотая... Вы знаете, они так не думают. Они же там отключили интернет, обесточили от всяких соцсетей своих граждан. И граждане сидят, только смотрят телевизор. Вот что им впихивают, то они и знают. Да, потому что я, например, уже как 5 дней не могу получать информации свой вотчины от людей, что там происходит. Только там трупов. Мы даже не знаем, только там трупов. Но знаем, что очень много людей забирают, и очень много трупов, шахидов. Они так называют, по-другому я тоже не могу назвать, потому что... Я поэтому и упомянул из уважения, да. Да, эти люди, это же не просто, это человек... В Азербайджане, тем более 18-летний, чтобы ребенка, парня вырасти, вы знаете, в Азербайджане... Я только срочников, кстати и говоря, никаких, ребят, и называют шахидами. Никаких детских пособий не дают людям. Знаете, они не по своей воле пали в бой, я понимаю. Смотрите, там очень много талышей умирает, лезгини умирает. Ну, знаете, это считает для талышей,
которые они считают малочисленным народом, на самом деле талыши не малочисленный народ, талыши это государство образующий народ. Талыши это 1,5 миллиона, но они считают 120 тысячами. Но когда смотришь по жертвам, она в масштабе Азербайджана 50 на 50. 50% умирает талыши. Я еще говорю, талыши живут, которые в Талышстане, а те талыши, которые живут в Апшероне, в Баку, да, это совсем другие. Это, я видел в этих списках, есть многие талыши, которые живут в поселке Бине, все остальные, они тоже считаются как жителями Баку и там Апшерона. Вот другое дело, что вот люди умирают. Вот меня это очень, очень задевает. Мне очень жалко людей, любых людей. Да, армян, азербайджанцы, талыши, лезгинов. Это люди, это наши братья, это дети Адама. Вы понимаете, какой-то там человек захочет за свой трон, чтобы продлить свое властвование и придумать такую вот эту мясорубку и убивать. Я не знаю, вот я не знаю, вот через 10 дней, через месяц, как эта война закончится, и Азербайджан останется вот такое же положение, которое, ну, естественно, первые же недели он мог бы захватить. Это считается войной, военные знают, это золотое время. Но это упущено. Я не верю, что вот отныне Азербайджан... В принципе, у них действительно время уже упущено. Тогда они чем ответят народу, что мы убили ваших детей? За что? Почему? За какие так дела? Освободили Карабах? Вот главное, вот о чем надо думать, о чем надо говорить. Не надо там эти дети, которые идут в войну, они не виноваты. Когда начался карабахский проблема, карабахский кризис, они даже не родились. Они в 1995 году, которые умирали, я смотрю их год рождения. А Карабахская война когда начался? Причем эти дети? Они даже не были на свете, когда все это начался. Вот понимаете, я думаю, дорогой Вадим, я при всем уважении к вам, я знаю, вы очень талантливый журналист. Мы журналисты порой даже, ну знаете, информационную войну никто же не поменял, никак не отменял. А люди, да, есть из той, с той стороны, они вот таким низким образом пишут, сочиняют. Зачем это надо? Это даже не информационная война, это низость, я так считаю. А так мы должны, вот исходя из своих как бы побуждений и отношения к человечеству, очень тонко относиться к этим, потому что тут жизнь людей... Тех людей, которые матери их родили, не для того, чтобы они пошли в те же физулях, в те же мордакертах, в те же местах, умирали и их гробы вернулись домой. Это очень тяжелое для каждого родителя, не дай бог никому. Я так считаю. Да, вы правильно считаете. Скажите, в случае, если вдруг на стороне Армении окажется пленный талышской национальности, и его передадут вашей стране, я имею в виду талышам в России, вы примете его? А мы примем любого, даже азербайджанцев передадут, примем. Почему не примем? Это же люди, как это как? Это же интересный вот вопрос, даже этот вопрос не обсуждается. Но вы понимаете, что не Арцах начинал войну, и Арцаху это не нужно, хотя Азербайджан преподносит это как вероломное нападение на Азербайджан. Вообще было бы очень смешно, чтобы там 140-тысячный Арцах напал бы на этот 10-миллионный Азербайджан с утренними обстрелами. Видимо, не спалось арцахцам. И вы понимаете, что с нашей стороны войны тоже никто не хочет, и она нам, в принципе-то, не нужна. Поэтому с самого начала и по сегодняшний день армянам приходится просто отражать вот эту атаку, их вероломное нападение и как-то себя защищать. И делается это, слава богу, по сегодняшний день
пока успешно. Спасибо вам, Забил, за сегодняшнюю встречу. Ну, а я выйду в эфир буквально на днях. Хочу предупредить моих зрителей, что выходить я пока эти дни буду не с теми темами, которыми вы привыкли, хотя иногда я буду, естественно, чередовать. И буквально через 2 дня я снова буду в эфире уже с другими гостями. Будьте с нами, следите за событиями со мной или без меня. Не обязательно проверяйте информацию в официальных источниках, не нужно пользоваться никакими сплетнями. Я сейчас не говорю сплетнями, откуда именно. Сплетни могут быть отовсюду. Обязательно будьте начеку, не дайте себя обмануть. Всего хорошего, победа будет за нами.